На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе приступили к ремонту. С 15 марта по 8 апреля производство полностью будет остановлено. Работы плановые и заранее согласованы с Министерством энергетики. На этот период сформирован необходимый запас нефтепродуктов, сообщили в компании «Казмунайгаз». Это позволит провести без дефицита период весенне-полевых работ. Катерина Попкова продолжит тему. Шымкентский нефтеперерабатывающий завод временно поставили на паузу. Запланирован целый комплекс мероприятий по ремонту и техническому освидетельствованию. Работы займут чуть больше 3 недель. Основные работы по замене свода печи, замена трансферного трубопровода, замена шлемовой линии, замена катализатора, установки гидравлического дизельного топлива, перестыка катализатора. С ходом текущего ремонта ознакомился председатель правления «Казмунайгаз» Макзум Мирзагалиев. Он поручил завершить все работы в заявленные сроки – 8 апреля. А на это время, по словам специалистов, в стране есть необходимый запас нефтепродуктов. Также увеличена загрузка нефтеперерабатывающих заводов в Атрау и Павлодаре. Завод вышел с очень хорошими остатками по нефтепродуктам. Значит, порядка 29 тысяч тонн дизельного топлива. На запасах есть и порядка 30 тысяч тонн бензина АИ-92. Хотел бы обратиться к компетентным органам для проведения своего рода проверки. Нет ли каких-либо сложностей по выдаче в розницу именно дизельного топлива? Текущий ремонт на заводе должен проводиться ежегодно. Тогда сложное оборудование будет работать как часы. В прошлом году остановки не было, чтобы не допустить дефицита ГСМ в стране. Предприятию удалось переработать рекордное количество нефти – более 6 миллионов тонн. Мощности нефтяного гиганта будут расти и дальше. До 2029 года как минимум до 9 миллионов тонн в год. Катерина Попкова, Шымкент, Хабар, 24.